Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Информации. Расскажу вам одну легальную схему для заработка. Это даже не схема, это полноценная работа, где вы можете зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц. Погнали! Заработок, если можно так сказать, на безработных. Мы будем зарабатывать на привлечении курьеров в сервис по доставке еды от Яндекса. Кстати, если это видео наберет 300 лайков, то я лично реализую эту схему и покажу, сколько мне удалось заработать, занимаясь данным видом деятельности. За что нам будут платить и сколько? За каждого привлеченного работника нам будут платить до 750 рублей. Также, если немного пораскинуть мозгами, то заработок за привлеченного клиента можно будет увеличить аж на 1000 рублей, но об этом немного позже. Вы просто представить себе не можете, сколько человек хотят работать в Яндекс.Еде. Поэтому я считаю, что заработок на привлечение курьеров в сервис Яндекс.Еда – это на данный момент один из лучших способов заработка в интернете. Что же нам понадобится для того, чтобы начать зарабатывать на привлечение курьеров? Первое – это вложения. Вложения потребуются небольшие, по моим подсчетам не больше 10 тысяч рублей, но можно обойтись и вовсе без них, об этом чуть позже. Второе – это проживание в России и мобильный телефон, я думаю, есть у каждого. Третье – это аккаунт ВКонтакте, оформленный под менеджера Яндекс.Еды. Ну и, собственно, сайт, который нам будет за это платить – workall.ru. Почему именно Workall, а, например, не Admitat? Потому что здесь меньше требований к кандидату, а также гораздо меньше вопросов к трафику. Например, разрешен трафик с досок объявлений. Это, по большому счету, все-таки не партнерская программа, а вы, так сказать, становитесь реальным менеджером по подбору персонала. Итак, заходим на Workall и жмем «Начать работу». Далее регистрируемся, подтверждаем свой email и заполняем профиль. Вводим свое имя, дату рождения, загружаем аватар. Теперь ищем офер Яндекс.Еда или просто переходим по прямой ссылочке на этот офер, который я оставлю в своем телеграм-канале «Планета информации». Ссылочку на него вы найдете в описании. Зашли на страницу оффера и видим следующее. Заработать до 750 рублей за вашего соискателя. С 1 октября тут, к сожалению, изменилась мотивация. Раньше за одного привлеченного курьера в ряде городов тут платили до 1500 рублей, а сейчас 750 рублей за кандидата из Петербурга и 650 рублей за кандидата из нижеперечисленных городов. Новосибирск, Москва, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж и так далее. Тут мы можем видеть такую штуку, как оформить заявку и прямая ссылка. Объясняю, как это работает. Пользователь Workall, то есть ты, создает заявку на сайте Workall, он вбивает данные кандидата, то есть будущего курьера. С кандидатом в течение 1-2 дней связывается оператор Яндекс.Еды. Если кандидат подходит по критериям и дает согласие на оформление, его приглашают на обучение и отправляют смс с адресом. Если же в городе нет офиса, соискателю отправляют ссылку на онлайн обучение. После того, как кандидат прошел обучение, его приглашают на инструктаж и получение формы. Кандидат, то есть уже курьер, делает первый заказ, пользователю, то есть тебе, начисляется вознаграждение. Отчет от партнера Яндекс.Еда приходит еженедельно по понедельникам и четвергам. Короче говоря, простым языком, ты вбиваешь данные будущего курьера, ему звонят, обучают, он выполняет заказ, ты получаешь денежки. Все на самом деле просто. В случае с прямой ссылкой, ты скидываешь свою партнерскую ссылку и человек действует сам, но этот вариант нам не подходит, так как мы будем представляться настоящим менеджером Яндекс.Еды. Отчасти так оно и есть. Ну а теперь самое важное – трафик, 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 трафик. Где же брать будущих курьеров и их данные? Вариантов 3, и сейчас о каждом в деталях. Что касается бесплатного трафика, то так как это не партнерская программа и никто не будет детально проверять, какой у вас трафик и откуда, мы можем спамить с ВК, на досках объявлений и вообще где угодно. Второй способ бесплатного трафика – это офлайн трафик. Работаем по старому доброму способу, если вы, конечно,
лично из одного из оплачиваемого города. Расклеиваем объявления в подъезде, на столбах и вообще по всему городу. Это также обеспечит вам приток трафика. Оставляем свои контактные данные в виде Телеграма, ВКонтакте и имейла. Если у вас есть время, желание и возможность отвечать на звонки, можно указать телефон. Ну и самый эффективный способ – это доски объявлений. Но тут, в принципе, все тоже очень просто. Идем на Авито, Юлу, а также все остальные доски объявлений, сайты по поиску работ, Зарплата.ру, HeadHunter и создаем объявление от лица менеджера Яндекс.Еда. Также можно просто смотреть резюме и писать всем желающим работать курьером, строителем или охранником. На Авито и Юле размещение платное, поэтому, собственно, и нужны вложения. Но можно найти десятки бесплатных досок объявлений. Однако на них меньше трафика. Да, и там зачастую нужно немного денег, чтобы поставить объявление в топ. В описании вакансии нужно написать все преимущества компании. Требуются курьеры по доставке еды, работа в удобное время, район для работы выбираете сами, зарплата сдельная до 3500 рублей в день, официальное трудоустройство. После того, как ваши вакансии будут интересоваться, пишем, чтобы слали свои данные, телефон, ФИО вам в Telegram, email или ВК, куда вам удобно. Ну и вбиваем их данные на нашем Workall. Также вам будут звонить. Отвечать на звонки или нет, сугубо ваше решение. Если хотите большего результата, то, конечно, лучше отвечать на звонки, тем более, что на Workall вы сможете найти уже готовые скрипты для разговоров, исходя из ответов кандидатов. Тут есть как для исходящих звонков, так и для входящих. Очень удобная штука. Теперь вернемся к моему обещанию. Помните, в начале видео я говорил, что можно модернизировать схему и получать за одного привлеченного курьера на 1000 рублей больше. Так вот, помимо документов и регистрации в городе, кандидату нужно иметь банковскую карточку для зарплаты. Что же мы делаем? А мы ее тоже будем предлагать. Идем на тот же Workall и ищем там офер с любой бесплатной дебетовой карточкой. Ну и вот, пишут нам наши курьеры-работяги. Отвечаем им вежливо, профессионально и внимательно. И тут мы спрашиваем, а у вас есть карточка от нашего партнера, Альфа-банка? На уверенное нет, мы отвечаем, вот вам ссылка. Ссылка, как вы поняли, наша реферальная. Вот вам ссылка, закажите бесплатную карту. Люди заказывают, а мы тем временем вбиваем их данные в наш курьерский офер. Им вскоре звонят, а также приходит карта, и мы получаем сплошную выгоду. Таким способом, если использовать все три варианта привлечения трафика, я думаю, в день не составит труда находить 2-3 курьера. Если мы посчитаем, то, например, с двух привлеченных курьеров в день мы будем получать 1000 рублей, по 650 за каждого. Плюс, если еще предлагать им карту, которую они будут заказывать для получения заработной платы, это еще 2000 рублей, по 1000 за каждую карту. Если сложить эту сумму и умножить на 30 дней, получится почти 100 тысяч рублей в месяц. Вот такой вот незамысловатый способ заработка. Напоминаю, что если это видео наберет 300 лайков, то я сам реализую эту схему и покажу вам наглядно, сколько удается зарабатывать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На сегодня это все. Всем желаю удачи и больших денег. Ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Планета Информации. Всем пока!